Друзья, идем путешествовать новым метро. Это в Сишле новое метро, мои хорошие. Сейчас мы ищем, куда нам надо. Мы, короче, решили сегодня попутешествовать в воскресенье. Представьте себе, это в Сишле открыли. Смотрите, столько спусков вниз, переходов сделали. Вот молодцы. Видите, как убирают чистенько. Это пихотня, да? Смотрите, куча переходов. Я не знаю, мы где-то уже пятый вниз спускаемся. Наконец-то вот к поезду. Ой, мои хорошие. Ага. Вот оно. Вот борда. Это необычные. Ага. Наверное, такие, как тросом тянут. Это еще курьёха. Да, говорит, в этом метро шофера нет. Я уже сама догадалась. Смотрите, какое красивое сделали, да, новенькое все. Вот дур, борда. Смотрите, мои друзья, Кара-Денис, метро. Построили 10 остановок от Шишли Медиекой. Мы приехали в Венеция турецкая. Раньше я была где-то год здесь назад на автомобиле. 10 остановок. Остановка Кара-Денис. Новое метро. Смотрите, шофера нету. Мы шоферы в метро. Представляете, как интересно. Держи меня, сейчас упаду. Вот это да. Нифига себе, какая скорость. Это да. Представьте себе, компьютер это все. Нет шофера. Смотрите, мы стоим в метро, прямо в первом вагоне, мне интересно посмотреть, садите. Едем домой в Шишле, это финал, какая скорость. Это открыли мои друзья новые. Боже, смотрите, как он скорость набирает, смотрите, ребята снимают, интересно, им тоже. Вот это да! Боже, смотрите, как интересно. Под землей, представляете? Скорость такая бешеная, что это ужаса нет. Да, смотрите, оно же неровно идет, повороты. Потом я еще сниму сверху по метро. Сейчас смотрите, какие разминки. Это у меня видео будет просто про метро под землей. Представьте себе, сколько это труда, бетона, работы. Это вообще... Определите, сколько бетона это все. Еще будут сверхи. Это у меня видео будет про метро, как добираться. Но очень шумит, конечно, скорость бешеная. Очень быстро эти 10 остановок пролетает, я не знаю, ну минут 15. Это, смотрите, все, 2 метро есть сверху, ну как в город видно, не под землей. Осталось нам еще 4 остановки. Я вам говорю честно, это Шишли Медиекой, кто хочет добираться где-то 15 минут, 10 остановок, на 10-й Кара-Денис. А всего 14 остановок. Но я впервые еще все не изучила, не обратила внимания. Сейчас будем город смотреть. Как они молодцы придумали это все, технология. Скорость очень шустрая, так быстро летит, что даже когда и тормозит, что можно упасть. Смотрите, ну интересно же, да, как красиво дома видно. Город, как он сверху, представьте себе. Это получается снизу, Медиекой, получается самый сверху, потому что... Ага, ну это понятно, в ту сторону едет.
Сейчас опять город видно, смотрите. Одна остановка до Медикой. Цена проезда 3,50 лиры. Но это меньше как полдоллара. Доллар где-то 8,59. Представляете, это все на электрике, компьютерная работа. Какая технология, какие молодцы, смотрите. А вагонов много, я не знаю сколько, но много, но оно так летит быстро. Город Вирна. Катане. Катане. Смотрите, какой он большой. Следующая остановка и уже Шишли. Где-то 15 минут нам добираться. Представляете, до такой красоты. Раньше мы на машине ездили очень долго, на автобусе. Сейчас 15 минут, ну молодцы. Это еще одна остановка сверху, и потом, представьте, Сишли, это получается еще выше. И будем мы уже ехать под землей. Это, мои друзья, новое метро. Кого интересует, какая технология в Стамбуле? Молодцы турки придумали. Представьте себе. Я сегодня была шофером. Это уже Медикой, смотрите, как он перестраивается. Боже, представьте себе, как это интересно все посмотреть. Это последняя остановка в эту сторону, а в другую 14. Где мы обошли? Медленно сейчас едет последняя остановка. Не знаю почему. Все, мои друзья, кому интересно, ставьте лайки. Я первая изучила это метро. Я хочу доченьку сюда привезти, потому что все время на машине очень пробки долго. Так 15 минут и это рядом. Столько магазинов, там намного дешевле, чем в этих маркетах. Так что, кому интересно, обращайтесь, я вам покажу. Кто не понимает, кто будет здесь, могу помочь. Это конечная остановка Медикой. Смотрите, у нас сколько людей на нашей конечной остановке. Видите, полно. Медикой.